спрашивает, историками считается, что в Библии потеряны 22 книги. Однако также считается, что некоторые из них могут быть одним и тем же под разными названиями. Потому их может быть всего 6 штук. Ваше мнение? Мое мнение, что то, что можно было бы назвать священными писаниями, это факты, я сейчас говорю, это то, что найдено в Иудейской пустыне, называется «Свитки Иудейской пустыни». Полных там книг около 500. Все эти книги – стопроцентные священные писания, которые затрагивают только, я подчеркиваю, вопросы литургии, богослужения, череды священников в храме, по 200-300 лет вот прописаны имена, кто когда в какой день заступал. Это то, что есть сейчас, то, над чем работают ученые. И это то, что я знаю из лекций израильских профессоров, которые специализируются на подобного рода вопросах. И люди говорят, что на самом деле каждая из этих книг по праву может считаться священным писанием, потому что там рассматриваются только вопросы храмового служения, храмовой жизни и все подробности, кто чего делал, кто как стоял, кто что положил, как куда. Когда спрашивают сегодня, а откуда вы знаете, когда построят третий храм, как там служить священникам? Поверьте, знаем. Вот наверняка. Эти, кстати, свитки были найдены после 48 года, чуть позже, чем кумранские пещеры, свитки кумранских пещер. Но достаточно большая библиотека, 930 свитков и фрагментов всевозможных, написанных на древнееврейском языке, естественно, тут в Израиле. Это... Поэтому вот эти все моменты, 22 книги потеряны, они не потеряны, они не вошли. Все не так, как говорят историки, потому что канон, я буду пользоваться христианской терминологией для лучшего понимания, Ветхого Завета, то, что мы называем Танах. Этот канон формировался в начале 2-го столетия нашей эры Равом Акивой, который огромное количество книг, которые могли бы там быть, он посчитал, что их там быть не должно, и их нет, там нету. Естественно, вошли классические вещи, это такие, как, например, книги пророков, потому что это авторот, это дополнительное чтение к недельному отрывку, которое читается еще со времен Вавилонского пленения, то есть с 6 века до нашей эры это все читается. Мое мнение такое, их не 22, их намного больше.